Рядом со мной находится Олеся Шмельцер, представитель Воронежского комбината. Олеся, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Добрый день. Мы компания-производитель, производим замороженные полуфабрикаты, такие как пельмени, котлеты категории А, то есть это самая высшая категория. В своем производстве мы используем только натуральные ингредиенты, то есть это отборное мясо говядины, свинины, соль, лук, перец и как бы ничего лишнего. Не добавляем никакие ни ГМО, ни мясо птицы, ни пищевые волокна и так далее и тому подобное. Только натуральный продукт натурального качества, с натуральным составом. Олеся, а на каких прилавках торговых сетей можно встретить ваш продукт? Наш продукт представлен в сетях Воронежской области и других регионов Центрального федерального округа, а также в Москве в розничных магазинах. А крупные федеральные сети заинтересовались вашим продуктом? И когда собираетесь попасть на их прилавки? Да, в планах у нас попасть, конечно же, на прилавки крупных сетей. Мы в этом плане работаем. Пока на таких крупных мы еще не вышли, но сейчас, например, проходим аудит для Пятерочки такой, как сети. Олесь, спасибо вам огромное. Воронежский комбинат, пробуйте их продукцию.